Обсуждать Украину продолжит уже сегодня вечером в Брюсселе. Перед вылетом Ангела Меркель отчиталась в Бундестаге. Остается важным стремление изменить тенденцию дестабилизации и переход к деэскалации. В этом процессе Россия играет решающую роль, поэтому мы стараемся как можно быстрее наладить контакт между новоизбранным президентом Украины и президентом России. Очень важно, чтобы президент Путин воспользовался своим влиянием. У левых в Бундестаге оценка украинских событий сильно отличается от общеобязательной европейской. На Украине Европа уже потерпела поражение. Страна погружается в кровавую гражданскую войну. А как замечательно звучали красивые обещания украинцам, которые вы давали еще несколько месяцев назад. Вы лжете общественности о настоящем положении дел на Украине, которое выглядит так. Невероятные богатые олигархи финансируют частные армии. Как афганские полевые командиры, что они бесстыдно грабят страну, в то время как большая часть украинцев живет в страшной бедности.